Это Телавура, первый в истории города Тель-Авив, да и всей Грузии, четвероногий политик. У этой овечки есть свой предвыборный штаб, во дворе которого она безмятежно резвится, и сторонники, которые проводят от ее имени масштабную кампанию. Все это часть протестной акции. Жители Тель-Авив возмущены политикой центральных властей. Суть нашего протеста в том, чтобы избиратель пришел на участок, написал на бюллетене слово «овца» и поставил против него галочку. И посмотрим, кто из овец получит больше голосов, наша или кандидаты от власти. Тель-Авив вместе с шестью другими грузинскими городами получил статус самоуправляемой единицы в 2014 году. Но уже этим летом в Тбилиси решили, такая система неэффективна. Доходы сокращаются, расходы растут, и это отражается на развитии региона. Активисты из предвыборного штаба Тель-Авивы утверждают, что дело не только в деньгах. Самоуправление позволяло самостоятельно формировать и распределять бюджет. За те три года в Тель-Авиве и селах муниципалитета были реализованы такие проекты, которые мы не видели, пожалуй, за все время независимости страны. В некоторых селах, например, появилось постоянное водоснабжение. Теперь нас возвращают в прошлое, когда за нас опять все будут решать в центре. Обо всем этом активисты рассказывают избирателям во время регулярных встреч в предвыборном штабе. Среди участников таких встреч, кстати, есть и кандидаты на пост мэра Тель-Авива от оппозиционных партий. Я поддерживаю эту идею. Считаю, что избиратели, которые намерены проголосовать за кандидатов от правящей грузинской мечты, то есть за тех, кто пытается лишить наши города самоуправления, лучше пусть голосуют за овцу. Что касается кандидата в мэры Тель-Авива от правящей грузинской мечты, то в его штабе никаких комментариев по поводу четвероногого конкурента не делают. Никак не реагируют на это и в Тбилиси. Выборы в местные органы власти состоятся 21 октября, а указ об упразднении статуса самоуправления для семи городов вступит в силу уже на следующий день. Зветом Чедлишвили, Георгий Чумбуридзе, специально для настоящего времени, Грузия, Тель-Авив.